Еще 104 выпускника Института экономики и права Академии труда и социальных отношений пополнили когорту юристов, экономистов и менеджеров Севастополя. Сегодня мы празднуем торжественный выпуск, 23-й выпуск в истории Института экономики и права филиала Академии труда и социальных отношений в городе Севастополе. ВУЗ является представителем наиболее значимого, наиболее серьезного негосударственного учреждения, основанного независимой организацией профсоюзов Российской Федерации. Данный выпуск отличается от предыдущих тем, что его представляют выпускники трех специальностей – юристы, экономисты и менеджеры. Безусловно, мы счастливы и горды тем, что ряды профессионалов города пополнятся за счет наших выпускников. Начальник управления Государственной судебной администрации в Севастополе Сергей Запорожец уверен, что все выпускники будут востребованы. Этот институт с 97 года предоставляет нам специалистов. Я хочу сказать, что именно за этот период, мне кажется, нет сферы деятельности в городе, структуры, где бы не работали студенты или выпускники Академии труда и социальных отношений. Я присутствую здесь прежде всего как председатель Севастопольской организации Союза юристов Украины в городе Севастополе. И могу сказать, что действительно для нас именно этот институт является базовой площадкой, на которой, собственно говоря, мы и создавали нашу организацию. Союз юристов практиковали первый свой опыт. Ну и, в общем-то, благодаря им, может быть, этой молодежи, этим студентам, мы сегодня существуем, проводим свою общественную работу. Многие из выпускников этого года получили второе образование. Некоторые уже имеют практический опыт работы по выбранной специальности. Для меня теперь открываются большие возможности заниматься правозащитной деятельностью на вполне законных основаниях. У меня имеется правозащитная организация, где я являюсь председателем правления. Организация называется «Ассоциация правозащитников гражданского общества». И я думаю, что, располагая такими знаниями теоретическими, обладая определенным опытом, навыками в судебных процессах, я постараюсь принести пользу государству и нашим гражданам, помогать в решении правовых вопросов, различных споров. Также я собираюсь проводить обучение граждан для того, чтобы как можно больше людей знало свои права. Торжественное собрание и вручение диплома выпускникам прошло в Севастопольском центре культуры и искусств. И уже с началом новой трудовой недели все выпускники включаются в работу.